Те 2 года толчка такого хорошего дали, потому что мы находились, приезжали точно так же, там всех учили и все, ну, как бы учили, показывали, как работать с детьми надо именно в лагерном пространстве. Мы писали программу, делали набор вожатских кадров, воспитателей и медиков, и отправляли в прибрежный, значит, лагерь. В лагерь привозили детей и работали там 3 смены. Потом у нас этот лагерь, это было имущество Москвы, и Москва сейчас передала Мосгортуру. Вот, туда они вывозят детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.